Всем привет, девчонки! Сегодня у меня будет такое немножечко нетипичное видео. Будем распаковывать с вами вместе посылку мою с сайта Натина, вот такую вот большую. Помимо этой посылки есть у меня еще кое-какие новинки, которые я вам не показывала. И у нас будет такая косметическая парфюмерная болталка. В общем, чисто такая девчачья. Я буду показывать здесь какие-то кремчики вам, какие-то тени. Что-то парфюмерное тоже будет. Снимаю на фронтальную камеру, буквально вот в домашней майке на самом деле. Просто другого шанса снять видео у меня нету. И давайте приступим. Посылка пришла ко мне несколько дней назад, и я именно хотела с вами ее вскрыть, потому что давно у меня не было таких видео, где я в кадре. Давно не было видео таких, где я в кадре, в основном только руки. Ну, я уже объясняла, не знаю, в каком-то видео причину, что, в общем, очень много сейчас всяких разных хлопот. Так. Вскрываю посылочку. Может быть, надо было вскрыть ее за кадром, но все честно. Такая у нас видеораспаковка. На самом деле здесь не прямо что-то такое суперинтересное, но для меня интересное на самом деле. Как всегда, все очень хорошо запаковано, все очень быстро приходит. И всякие вот такие вот штуки. Первое, что мне попадается, это масочка. Все время теперь каждому заказу. Так, я кинула штучку, и кошка сейчас сразу будет здесь шуршать и будет с ней играться. Все время какие-то беру теперь тряпочные масочки. Беру какие-то тряпочные масочки разные, пробую. Есть у меня, сохраняю, кстати, все пустые вот эти упаковочки. Есть у меня мнение по поводу них. Есть у меня одна уже в фаворитах, которую я даже повторяла. В общем, не знаю, взяла от Siam. Это корейский бренд. Какая-то коллагеновая маска. Вообще, в тот день, когда я делала заказ, были классные скидки, чуть ли не 40%, поэтому я уже даже не помню, что я здесь не заказывала. Заказала повторный себе спрей от Jean Artes. Линейка Skill, вот это вот их Coconut Shake. Если смотрите меня, я в восторге от именно от этого. У меня 5, я заказывала 5, но именно от этого я в восторге. Я использовала своего где-то вот столечка. Ну, я хочу себе еще такой, потому что хочу носить его в рюкзаке, чтобы можно было обновлять. Тут целых 250 миллилитров, девчонки, это просто супер нежный кокосовый спрей. Пока что вкуснее я не нашла. У меня уже несколько кокосовых спреев. И вообще все, не отсняла вам кокосовую подборку, хотя собиралась. Может быть, теперь уже летом, когда я перееду и распакую все вещи, и все вот это вот устаканится, тогда я вам сниму. Вот. У нас, кстати, в магазине продаются эти спреи, но у нас стоят они по 11, даже по 12 евро на Натина. Такой спрей стоит 4,60, по-моему. То есть, да, они не стойкие, но вот это вот ощущение, когда только я его распыляю на себя, 10 пшиков, я просто в таком облачке нахожусь. Короче, классный. Поэтому заказала еще, чтобы поливаться, чтобы носить с собой. Может быть, кстати, куплю такие travel. Ну, чтобы такую бадью тоже не таскать. Они есть по 30 мл, по 50 такие прозрачные куплю и как-нибудь, наверное, перелью. Но, может быть, с этим проблематично будет, потому что здесь они не откручиваются, они запаяны. В общем, придумаю что-нибудь. Что-нибудь-то придумаю. Следующее, что у меня здесь попадается в моей коробке, вот такую вот бадью крема заказала. Заказывала тут всяких кремов, бюджетных на самом деле. Все вот, по-моему, от Эвелайн. Целых здесь, так, девчонки, сколько здесь емкость-то, ё-моё, целых 200 миллилитров, какой-то крем Extra Soft Deeply Moisturizing, глубоко увлажняющий для лица и тела даже, для чувствительной
и аллергенной кожи. В общем, в последнее время у меня что-то, я понимаю, какие-то крема заканчиваются. Я хотела именно на лето каких-то легких, каких-то попроще. Да, это бюджетные крема. Я не жду от них чуда и чего-то такого. Но очень захотелось попробовать. Если что, стоит недорого. Ну, все упаковано, я не буду сейчас раскрывать. Короче, потом по мере использования я вам покажу. Вот такое вот здесь название. Какое-то новинка, что ли, я не знаю. С алоэ. Алоэ тут нарисовано и яблочко. Такой кремчик. Дальше, идем дальше. Так, крем под глаза попадается тоже от Эвелайн. Рич Коконат. Ну, у меня сейчас вообще тема кокоса. Если я вижу что-то кокосовое, мне оно нужно. Так, здесь запечатано. Не хочется рвать. Ну, здесь ничего особенного, обычный крем. Все мы знаем, как выглядят эти упаковки. Наверное, я не с той стороны его открыла. Вот такой вот кремушек. Здесь 20 миллилитров. Буду пробовать. Понятно, что эти тоже кремушки все такие бюджетные. В общем, я точно что-то открыла здесь не так. Меня прельстили скидки. Они, в принципе, и так дешевые, но еще и были со скидками, поэтому я тоже до кучи все это в корзину накидала. Заказала крем от Avon. Попался мне прям и прямо захотелось, когда я прочитала какой-то Radiance Illuminating Day Cream с SPF 20. С папайей. С экстрактом папайи для нормальной кожи. Тоже запакованный, ничего сказать не могу. Без алкоголя тут написано. Натуральный комплекс, все такое. У меня очень мало косметики Avon, поэтому увидела, мне просто попался, увидела слово Radiance, подумала на лето, все равно все это я смажу, стараюсь сейчас побольше, получше увлажнять кожу и как-то, в общем, почему бы и нет. Дальше, еще один крем под глаза, тоже вот Eveline, ну, у меня, по-моему, все крема, кроме Avon, вот Eveline, еще будет два, по-моему. Так, кокосовый у нас был, а это какой-то биоолив. Вот такой вот кремушек. Не знаю, напишите, пробовали ли вы уходовую косметику от Эвелин, кто как говорит. И, конечно, это супер бюджетно. Но бывают ведь находки и в бюджетной косметике, да? Поэтому дальше, что у нас дальше? Я в шоке. Вообще делала заказ еще, в принципе, вот из-за этой штучки. Я думала, она будет где-то примерно, ну, вот такого размера. Не знаю, почему я так думала. Я думала, она будет огромная. В общем, я долго искала консилер, именно корректор с лососевым подтоном. Знаете, раньше такой был популярный у NYX, лососевый. Именно чтобы замазывать фиолетовые свои синячки. У меня очень явные в последнее время. Короче, не так много именно таких палеток корректирующих. И в основном в этих палетках еще там всякие зеленые, желтые, которые мне в принципе не нужны. Мне только персиковый нужен был. Дорогие палетки я не хотела. Короче, я заказала вот такой вот от Revolution. У них новая линейка, кстати, как она называется. Не помню, что это за линейка. Но у них там супер бюджетные вот эти продукты и тенюхи, и, ну, всяко разное у них там. Короче, и есть такая палетка и консилеров у меня, Correct Palette именно. Ну, я по картинкам выбирала именно, что здесь есть вот такие вот персиковые оттеночки. Буду пробовать. Cool, кстати, холодный написано, не знаю. В принципе, больше-то и не нужно, да, здесь мне. Я попробую, если сработает у меня эта цветокоррекция, будет хорошо замазываться, тогда уже я попробую, может быть, какой-то подороже корректор, там, более профессиональный. Но я хочу просто попробовать, так что, так как у меня очень сухие под глазами вот эти места, может быть, для меня это вообще не сработает, и все это дело только усугубится. Короче, попробую, обязательно вам расскажу. Следующее. Парфюмчик попадается мне, парфюмчик от Avon, заказала парфюм. Да, может быть, вы удивитесь, я сама удивилась, никогда не думала, что я закажу себе пурбланку.
В общем, она мне как-то попалась просто мельком, и я начала про нее читать. Вообще никогда ей не интересовалась, мне только когда-то розовая там нравилась, хотелось, но я и так не купила. И что-то я начала читать, и запах чистоты, и сладко, и вкусно, и на лето, короче. И там писали, что 20 лет назад она была модная. И что все ходили, пахли этой пурбланкой. Я никогда не пробовала, я не знаю, как она пахнет. Давайте первый раз сейчас вместе с вами затестим. Ну, прикольный такой флакончик, лаконичный. Столько холостых пшиков было, штук 6-7, наверное. Да, очень знакомый запах, наверняка. Ну, там пахнет. Там пишут, что это какой-то, типа, как для белья, знаете, такой Ленор или что-то такое. Вообще, я люблю такие запахи именно в повседневной жизни, не в парфюмерии. Мне нравится там, как пахнет стиральные порошки, какие-то отдушки я люблю, менее химозные, знаете. Вообще, мне ничего не отталкивает в этом аромате. Я не скажу, что это прямо вау и что-то мне так нравится. Но я взяла чисто, знаете, такую как поливашку на лето. Мне кажется, он такой подо все подойдет, такая рабочая лошадка. Я представляю что-то себе такое повседневное, джинсовую куртку, не знаю, совершенно не противный, никаких алкогольных нот. Короче, не хочу затягивать видео. Первое впечатление, в принципе, мне понравился. Просто стоил, не знаю, 5 евро, девчонки, поэтому я его и, ну, вот как-то резко у меня такое желание возникло, думаю, дай-ка я попробую. Так, возвращаемся к моей коробушке. Собственно, все. Осталось вот это вот. И это у нас один крем, один парфюм. Парфюм вот такой вот огромной коробки, как парфюм, крем. Прям как парфюм от Эвелайн. Какой-то тоже их там, вот, не знаю, 24К, Snail и Caviar. В общем, что-то здесь такое, люк-лакшери линейка против морщин, дневной крем для mature skin, для уже такой возрастной кожи, для чувствительной. Ну, в общем, по обещаниям мне так понравилось, что здесь еще International успех 21 года, и улитка, и икра здесь. В общем, какая-то инновация. Вот такой вот кремушек. Тоже сейчас пока ничего сказать не могу. Потом вам все расскажу. И парфюм. Заказала парфюм очередной супербюджетный, где-то за 6-7 евро от Jean Artes опять. Хотя это не самый мой любимый, в принципе, бренд, но я, как вы знаете, люблю бюджетную парфюмерию. И этот аромат мне когда-то давно уже советовали. Вообще сейчас лето, и, по-моему, этот аромат больше как-то гурманский. И когда мне его посоветовали, я его везде искала, тогда его нигде не было. А тут он мне просто сам вылез, как будто в каких-то советах, я не знаю, как они это делают. Ну, понятно, там же все запоминается у них и советуется. Пурбланка очень вкусная, кстати. Очень женственный аромат, вообще, не знаю, никаких нареканий. Здесь такой флакон, как мне не очень нравится, я не сказала, это Guipure Silk линейка и Ylang Ваниль аромат. Кто мне советовал его, напишите, не могу уже упомнить. Вообще, мне не очень нравятся эти флаконы у них, мне кажется, они такие. Я не люблю вот это все. Но я заказывала, конечно, не ради флакона, а ради самого аромата. Не знаю, давайте тестировать первый раз с вами. Может быть, мне он очень не понравится, и это будет такой промах-промах. Это он. Это гурманский аромат. И первое, что мне приходит в голову, это Небраска, который у меня есть от Латафы, который я покупала за 48 евро тоже на Натина, за 46. Вот это оно. Не знаю, пахнет.
Пахнет приятно, даже мне больше нравится, чем Небраз, а стоит 7 евро. Пахнет, пахнет, пахнет. Если даже не смотреть в ноты. Нет, здесь немножечко какая-то другая нотка есть. Там тупо какое-то какао и с каким-то перцем, мне кажется. Я с Небрасом еще не на 100% подружилась, оставила его, конечно же, до зимы. Здесь тоже что-то какао, ваниль. Давайте посмотрим ноты, чего угадать. Так, кокос здесь на первом-то месте. Поэтому я и заказала. Может быть, да, он сейчас открывается. Кокос, слива, иланг-иланг, седервуд. Не помню, что такое. Какое-то дерево. Ванила и мускус. Неплохие ноты. Вкусные. Кстати, мне нравится. Да, он сладенький. Наверное, ему надо постоять, он больше такой осенний. Не сказать, что я чувствую кокос, но я чувствую приятную ванильку. Это уже радует. Ванильные ароматы в последнее время я тоже люблю. Тоже не хочу долго останавливаться, потому что у меня есть еще кое-что вам показать. Не из этой посылки, а то, что я еще не показывала. У меня было две посылки с Натина подряд. Я, в общем, так немножечко ступила. Мне надо было заказать в одной посылке. И дешевле было бы с доставкой и прочее. Ну, вот так вот душа моя легла, что я сначала заказала три палетки теней, а потом еще вот эту вот посылку заказала. Но тени я, конечно же, открыла. Заказала себе, во-первых, дубль. Заказала дубль Круэллы, чтобы не соврать. Вот теперь у меня две Круэллы. Я подумала, девчонки, когда стала искать холодные палетки, столкнулась с тем, что очень мало хороших холодных палеток. И я подумала, что по-любому Катрис ее как бы не будут делать постоянной коллекции, она не будет продаваться всегда. Я подумала, что раз уж у меня такая любовь с этой палеткой, что, в принципе, мне здесь все цвета нравятся, я не понимаю, почему про нее так мало говорят. Ну, все цвета, мне здесь нравятся все цвета. Может быть, для тех, кто не любит сильные блестки и вот эти топерные оттенки, они и не нужны, но в целом это классная холодная палетка. И я решила, что быть мне дублю, раз уж я так ее люблю и очень получаю какую-то сатисфакцию, когда ей пользуюсь, всегда знаю, что будет хороший макияж. Ну, то есть на те дни, когда не нужно что-то придумывать. И на праздники, и на будни здесь есть такие оттенки. В общем-то, я очень рада, что заказала себе дубль. Еще давно смотрела на палетку вот эту вот Eveline, которая Look Up. У них линейка Оля Ося очень хвалила именно вот эту, которая But Why Not называется. Но у них там еще какая-то фиолетовенькая. И они, в общем-то, вот за такую вот малютку вот стоят на Натина по 13 евро. Не знаю, мне казалось все время, что это чуть-чуть дороговато. Можно вот какую-нибудь другую палетку, где больше цветов купить за дешевле. В общем, ну тут была какая-то скидка, и где-то за 7 евро она мне досталась. В общем-то, я ее купила. Я пока ей не красилась, но на картинках она выглядит по-другому. Здесь есть более теплые такие оттенки, прям розовенький, бургундский такой, который я вообще не очень люблю. В общем, но есть и оттенки прикольные, такие как вот этот матовый, вот этот матовый. Ну, конечно же, всю палетку для меня делает вот этот оттенок, он такой болотненький. Ну, я вам отдельно тоже как-нибудь сниму видео со сводчиками. Не знаю, мне так нравится в последнее время все это. И гвоздь программы того заказа, ну, была, конечно же, Круэлла. А еще вдруг среди моих долгочисленных поисков холодных палеток и вообще я пересмотрела столько видео, самые нейтральные, самые холодные палетки, вот это все такое. Вот эта вся палетка Glam от Наташи Диноны. Мне все время хочется сказать Дидоны. Я не знаю, я одна такая, Диноны. Вот. Мне просто попалась на глаза вот эта палетка от Revolution. Она уже не новая, называется она Timeless Fantasy. Вот здесь вот такая упаковка, здесь все оттеночки. Понимаете, как будто мое подсознание выбрало эту палетку, привело ее ко мне, я только потом поняла, что, возможно, когда-то уже давно, ведь Glam уже давно выпущен, но я какое-то время отсутствовала в косметическом мире, меня затмил мир вот парфюмерии года на 3, на 2,5
мозг отключился от всего косметического, я покупала лишь парфюмы. И, в общем, вернувшись в косметический мир, вот эта палетка меня сама нашла. Я не знаю, как я раньше без нее жила. Это супер палетка. Я только что ей красилась первый раз. Конечно, здесь есть оттенки, которые именно из-за которых я купила эту палетку. Здесь такая железная классная упаковочка. И вот они оттенки. Больше всего мне, конечно, тут нравятся вот такие какие-то тауповые. Ну, тут много. Если вы любите нюдовые палетки, она стоит сейчас вообще недорого. Где-то 11-12 евро за вот столько оттенков. Сколько здесь оттенков? 18. Достойные оттени, мягчайшие. Но я, в принципе, люблю тени Revolution. У меня вообще к ним никогда нет никаких нареканий, что матовые, что шиммеры. Когда я только начинала свой канал, я уже тогда много чего из Revolution пробовала, до сих пор мне. Короче, кто меня смотрит, знает. Revolution для меня отличное качество, отличная пигментация. Тенюшки мягчайшие, классные. Еще одна палетка мне идет. С местного сайта идет 3 недели, а вот с Натина, ну, они присылают мне, наверное, с Польши, я живу в Эстонии, и доходит за 2-3 дня. А вот с местного сайта, не знаю, наверное, они где-то там на каких-то складах заказывают, может быть, вот тоже еще придет. В общем, тоже планирую снять отдельный видеообзорчик на данную палеточку. Просто радости нет предела. Приятный аромат, сладкий. За свои деньги пахнет, ну, вот как что-то такое небрас, а-ля что-то такое. И пурбланка очень приятный, знаете. Полно сейчас вот таких вот цветочных, полно узары у всех. Но вот такое что-то очень-очень классическое, приятное. Я думала, здесь будет какой-то стиральный порошок, что-то там. А здесь нет, все здесь очень нежненько. Прикольный аромат. И спрейчики тоже прикольные. В общем, куча кремушков. Так, а еще у меня было, ну, это было уже отдельно. Решила купить себе новинку, написано, что новинку, мицеллярку от Нивея. Такая дорогая оказалась. В общем, написано было, что со скидкой за 5 евро. По итогу на кассе оказалось, что на 7 евро стоило. Ну, знаете, такое часто бывает. Я бы посмотрела, но покупала не я, а супруг оплатил, в общем, я уже заговариваюсь. И он не посмотрел даже, в общем. Потом выяснилось, что обычно я там по скидкам беру за 3-4, я обычно пользуюсь другой мицелляркой, но вот была вот эта, буду пробовать, в общем, какая-то энергетическая, с 3 антиоксидантами, с неоцинамидом, с витамином С, в общем-то, не знаю, может быть, на лето с витамином С не очень подходит, поэтому нужно будет какой-то SPF, я не очень в этом сильно разбираюсь, но вот. Также еще искала дезодорант себе, увидела, что Катя Джормани, какой-то старый ее влог смотрела, что очень хвалит дезодорант Нивея, именно там что-то 0%. В каких магазинах я не смотрела, у нас этого дезодоранта просто не представлено, не знаю почему. В общем, купила тоже по скидкам, какой был, Black and White, Invisible, вот такое вот, что-то тут, что-то такое. Вообще, я полный профан в дезодорантах, напишите какой-нибудь ваш любимый, который действительно действующий сейчас на лето. Я думаю, это очень актуально. Ну, и запах мне тоже такой не очень, немножечко такой химозненький, в общем. Но дезодоранты тоже стояли. Девчонки, у вас тоже так? У нас нету вот этих всяких бюджетных брендов а-ля Биленда и вот это все такое. Все дезодоранты, вот которые стояли Нивея, там какие там еще и популярные, 7, по 7 евро. Вот какой-нибудь вот такой дезодорант за 7 евро меня просто жаба душила. Этот по скидке был почти за 4 по скидке. И дешевле не было. Я имею в виду именно вот такого формата дезодоранты, а не в шариках. В шариках я, в роликах я не люблю вообще. Поэтому, не знаю, буду еще искать тот дезодорант, про который говорила Катя. На этом я буду заканчивать свое видео. Надеюсь, вам понравился такой формат, такие наши бьюти-посиделки. Мне было очень интересно, мне прямо кипело это видео. И на самом деле я немножечко тороплюсь, потому что вот у меня буквально 25 минут свободного времени, и я даже без всякой укладки, насколько вы видите, да, я накрасилась новой палеткой, чтобы быть немножечко хотя бы накрашенной в кадре. Мне очень нравится мой макияж сейчас. Оттенки просто на каждый день. Это просто супер-супер каждодневная палетка, так что
Пишите, пробовали ли вы такую или нет. Буду заканчивать болтовню. Пишите, что из этого пробовали. Как-то так, в общем. Мне было очень приятно с вами сегодня поболтать, прям как отдушина. Я так давно не сидела именно перед камерой и с вами не общалась, что сегодняшнее видео для меня просто как глоток свежего воздуха, в общем. Всех люблю, всех обнимаю, если можно так сказать. Всем спасибо большое за просмотр. И увидимся с вами в моих следующих видео. И всем пока-пока.